МТС на высоте. Теперь скоростной интернет и голосовая связь доступны и в самом высокогорном селе Европы – Куруш. Компания запустила в населенном пункте базовую станцию, и теперь местные жители смогут быть всегда на связи. Патимат Ханапова с подробностями. Гюльахмет Абдулгалимов прожил в самом южном селе России более 50 лет. Рассказывает, как тяжело было вести быт и поддерживать контакт с родными без доступа к сотовой связи и интернету. Местным жителям для экстренных важных звонков приходилось подниматься на приграничную с Азербайджаном зону. И то сеть не всегда ловила. Там Махачкала есть, даже Азербайджан есть, родные есть. Им можно разговаривать на интернете, нам приятно, хорошо, да, этот. Теперь жители высокогорного отдаленного аула могут на хорошей скорости просматривать фильмы или звонить родным по видеозвонку. Точки доступа здесь на высоте более 2500 метров над уровнем моря появились благодаря МТС. Компания первая из сотовых операторов обеспечила связью отдаленный аул. Проект мы давно его задумывали, уже лет 3-4. Вот в этом году, в прошлом году собрались и реализовали его. Проектирование больше времени заняло, как обычно бывает, но вот реализация заняла у нас порядка 2 месяца, даже меньше, потому что сроки поджимали, вот погода прямо вот нас настигала. То есть когда уже холодно, тут невозможно строить из-за сильных ветров и из-за мороза, минусовой температуры. Сейчас мы будем лично проверять то, как здесь ловит связь. Вот мы звоним по видеозвонку, по WhatsApp. Ранее это не было возможно здесь практически ни в какой части. В общем, уже на связи со мной. Татьяна, как меня слышно? Как... Появление связи в Куруше – это не только удобство для местных жителей, но и вклад во внутренний туризм. Населенный пункт является популярной для этого направления точкой. Село окружают важные для дагестанцев вершины – горы Шелбуцдаг, Ерыдаг и Базар-Дюзю. Рядом находится и альпинистский лагерь. Здесь проходит подготовку перед восхождением сотни спортсменов со всей России. Скорость – это 4G. Но летает, летает просто. Ну, а без него. Фотографию, ролик послать, понятно, да? А мне по работе тоже нужно. Ты сидишь, группа приезжает, список присылает, фотографии там. Значит, альпинистов приезжает в год около 600 человек. На всякий случай, это альпинисты только. Если эту цифру умножить на 10, это экскурсанты, бездельники, туристы и прочее. Умножайте на всякий случай на 10. В селе проживают около 1000 человек. Теперь все они смогут узнать, что происходит в мире, находясь здесь, на вершине земли, среди этой необъятной красоты. А туристы и приезжие альпинисты смогут делиться своими впечатлениями прямиком из Куруша, не дожидаясь возвращения домой. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Такуспаринский район.